Привет всем, привет всем! Сегодня конец дрожи земли. Как обычно, по своему совету, ребят, я накопил 280 ключей. Ну, в общем, я смотрел по популярности предыдущих видео о том, как я играю, в общем, на дрожи земли, что и на подземке. Это не очень вам интересно, потому что у меня канал в основном разборный, поэтому, ребята, я просто оглашаю итоги и, соответственно, будем просто смотреть, что нам дало. В общем, очень обидно, ребят, я занял 240-е место, и, в общем, меня за час, то есть, сбросили на 272-е место. Ну, это не критично, как бы я рассчитывал, что я вообще туда не попаду. Он 201 вождь, то есть, мной побит. Ну, ничего, ладно, это нормально. Ну, и, соответственно, ребят, по вашему совету, как и положено, то есть, по крайней мере, по многим, я пришел к такому выводу, что сундуки лучше открывать, после самой, самого эвента, короче, после самой дрожи земли. Ну и давайте, у нас получается, у меня, короче, немного ключей, у меня 26,7. В этот раз они очень сильно пожадничали, если вы заметили, да, то есть постоянно постоянно дрожь земли, она немного улучшается, переделывается, что-то типа такое само по себе. То есть, в прошлый раз выпадало очень много ключей, были хорошие призы, все. В этот раз, к сожалению, такого интересного этого нету. Но, однако, очень хорошо падали, получается, кристаллы на улучшение. Прям очень хорошо падали. Я, соответственно, ребят, я 5-4 улучшил, то есть это 700-750, имею в виду. Это учесть того, что я ни один сундук не открыл, это очень хорошо. То есть они сделали упор больше на как раз кристаллы, то есть звезды меньше стали падать, расходы меньше падать, стали больше падать мутаген, которого я нечаянно заработал 300 штук, 250. Вот, такая вот, классная. Ладно, все, давайте сундуки открывать, все, уже. Я так разговаривать могу бесконечно, уже привычка со стримов осталась. Так, давайте, у меня, кстати. Так, на колесе фортуны у меня 7500, то есть все остальное меня не интересует. Ну, там 120 звезд, расходы, это все тоже нету, их и не будет. Так, 56, там видно, 56 тысяч. Так, 250. Вот лучше по 250 бы давали. Так. Это, короче, видео короткая зарисовочка небольшая. Самое лучшее, насколько я помню, это вот 250 как раз вот с этого. Я говорю, они сделали больше упор, получается, на эти 70. 85, ринг хотя бы, то ладно. Еще 75. Давай по 250 хотя бы. О, классно. Максимально 650 видел. В этой жизни ты видел все, доктор. Да. Ребят, собираю пока информацию по смертельной башне. То есть те, кто мне зашел хотя бы посмотреть. Не могу пока полностью всю таблицу не составлю. Поэтому несколько советов могу дать. Из таких этих. Ходите желательно группой. Это намного больше дает. Возможно. Кстати, мне не понравилось, что очень падает мало расхода. Ты там тратишься, что-то ходишь, там же время много, а выхлопа нету. За одну эту получить 100 торнов. 100. Фи, так я говорю, знаете. Не нужно. Все, этим она. Так, и осталась семерочка, да? 7, давайте. 7 ничего нету. Давай 6 540. 540 уже хорошо. Давай 2000, давай. О, 4 ринга, хорошо. Еще 3 ринга. Как раз, кстати, на подарочке. Вообще прям супер. 650. Блин, больше кредитов падает. Ребята, как я и говорил, я везучий сукин сын, мне везет как раз на это. Я первый раз вытащил, вообще классно. Спасибо, товарищи разработчики, прям спасибо. Все как раз с последнего ключа, это вообще нонсенс.
19, ребят, 19 тысяч семи вообще прям вау, прям вау, взрыв мозга. Ладно, ребят, я не буду затягивать это видео, чисто так вот по открытию просто показать. Ну, в общем, собираю я, ребят, информацию. Если можете мне помочь, кто-то из друзей, вы когда ходите, скиньте мне, пожалуйста, параметры оружия на первом уровне, хотя бы на первом. Ну, то есть, получается, я собрал, у меня есть кастет, есть рапира, не хватает у меня базуки, не хватает. Ну, в общем, у меня два оружия только есть. По возможности, то есть, просто, ну, можете так скопировать. Ну, ладно, да и не надо. Да и не надо, короче. Ладно. Ну, все-таки правильно, ребят, как вы сказали, что сундуки открывать лучше после эвента. Все равно лучше после эвента открывать. И все равно не будет такого хорошего, ну, результата, можно сказать. Ладно, всем, ребят, спасибо, кто смотрел. Ну, ждем разбор видео «Смертельной башни». Раскрою немножко тактики, раскрою, как лучше, ну, раскачиваться, что делать. Ну, то есть, только, не знаю, если так все одинаково будут сражаться, будет, наверное, ну, неприятно. Ладно, счастливо, ребят. Спасибо за просмотр.